слышу вот Вильнюс и Варшава, да, я сразу вспоминаю карту Российской империи. Да, как же это было хорошо, как же это было здорово. Была еще Финляндия. Нет, на самом деле, знаете, вот им всем оккупацию России, оккупацию в кавычках, конечно, нужно очень сильно заслужить. И, в общем-то, нам своей земли хватает. О, интересная мысль.